Детское радио представляет. К 75-летию атомной промышленности. При поддержке госкорпорации «Росатом». Придумано в России. Великие открытия и удивительные изобретения в программе для самых любознательных. Придумано в России. Жила-была девочка Маша. Обычная девочка. И вот однажды, в день рождения, родители подарили Маше телефон. Обычный вроде бы телефон, как у всех. Да вот только выяснилось, что есть в нем кое-что необычное. Вернее, кое-кто необычный. Меня зовут Всезнайкин. И живу я тут, в Машином телефоне. Кто такой Всезнайкин? Инопланетянин? Компьютерная программа? Телефонный домовой? Никто этого не знает. Зато сам Всезнайкин знает все. Придумано в России. Привет, Маша. Привет, Всезнайкин. Ты грустная. Что случилось? Я ходила к Коле в машинке играть, и моя машинка сломалась. Но это не страшно. Сломанные детали можно склеить. Правда? Да, есть специальный клей. А когда большие машины ломаются, их тоже клеем склеивают? Железные? Нет, железные детали сваривают. Что? Варят? Как суп в кастрюле? Большие машины, конечно, не варят в больших кастрюлях. Детали соединяют электросваркой. Кастрюлю на электрическую плиту ставят? Нет, Маша. Особый прибор создает электрическую дугу. Она такая горячая, что плавит почти любой металл. И детали привариваются друг к другу. Ничего себе! Дугу? А это как? Где же такое придумали? В России, более 200 лет назад, ученый, профессор Василий Владимирович Петров придумал электродуговой разряд в 1802 году. Прошу внимания. Как видите, мой прибор прост. У нас есть заряженная электричеством батарея. Провода, к которым крепятся два штыречка. Медный и цинковый. Нет, вместо медного возьмем стальной и наденем на него небольшую шляпку, а на цинковый — уголек. Все внимательно следят за моими руками. А теперь тишина в аудитории. Я даю ток. Когда наши штырьки соединяются, по ним бежит ток. Но стоит их развести, между ними появляется электрическая дуга. Неисчезающая молния, словно мостик, дугой соединила штырьки. Чудеса! Браво, браво! Гениально! Браво, браво! 200 лет назад. Вот это да! И им сразу стали пользоваться? Не сразу. Надо было еще придумать электротехнику. Придумали? Да. Через 80 лет после открытия электрической дуги русский изобретатель Николай Николаевич Бенардос применил электрическую дугу для соединения металлов. Той самой варки? Не варки, а сварки. А электросваривать может кто угодно? Нет, электросваркой занимаются подготовленные люди, электросварщики. А, видела! У нас около дома мальчишки забор железный сломали, прыгали по нему, он и погнулся. Как плохо эти мальчишки поступили. А потом нам привезли новый забор. Его надо было прикрепить к железным столбикам. Дядька в железной маске прикасался тонкой палочкой к железу. Прям молния сверкала и искры летели. Человек в маске — это и был электросварщик. Многое в нашем мире соединяют электросваркой. От маленьких деталей до огромных на атомных электростанциях. А там, ого-го, какие детали, наверное. Высотой с дом, и все прочно соединены. Пойду чинить свою машинку. Хорошо, что для нее нужен только клей. Но электросварка — это круто. Здорово придумано. Придумано в России. Продолжение следует.